Всем привет, ребята! И сегодня 1 января. Всех с Новым годом! Ну, наверное, это видео выйдет не 1 января. И в этом видео буду вам показывать свои подарочки на Новый год. А вы обязательно пишите в комментариях, что вам подарили на Новый год. И вы не видите, но у меня здесь просто все завалено подарками. И сначала мы начнем с подарка, который мне подарили еще до Нового года. Вот в таком вот пакетике. Это, конечно, не от этого подарка, ну какая разница. В общем, там лежали вот такие вот штаны. На Алике заказывали. На самом деле, это вообще не новогодний подарок. Я заказывала их еще до Нового года, но не пришли на Новый год. И я их надевала на Новый год, и вы можете видеть фотку в моем инстаграме. Поэтому подписывайтесь обязательно на мой инстаграм. Дальше почти в такой же расцветке у меня будет вот это пакет. И там пенал, большой пенал. Вот такой пенал, он очень большой, очень вместительный. Я туда уже положила свою канцелярию. И, кстати, мы его тоже заказывали не на Новый год, а просто так, но он пришел в Новый год, поэтому тоже как подарок. Также покажу вам такой вот блокнотик, очень прикольный. Тут бык, 2021 год, год быка. Кто родился в год быка? Я в год петуха. Дальше будет подарок от моего крестного. В общем, вот такой вот пакетик, но это тоже не от этого. И там было очень много вкусняшек, конечно, половину я съела. Остался вот такой вот киндер. Еще там были вот такие вот мармеладки, их я даже не открывала. В общем, это вот такие вот очень кислые мармеладки. И я очень люблю кислые, поэтому я сразу их открыла. Но, блин, они слишком кислые. Даже написано, попробуй, если крут. И мы крутые, поэтому давайте попробуем на видео. Следующий подарок. Па-пам! Па-пам! Это вот такая вот маечка с Ривердейлом! Не корона, бро. В общем, здесь Тони и Шерил. И они держатся за ручки так мило. Никто же не знает, что по сериалу они на самом деле лесбийки. Короче, ребята, произошло кое-что очень прикольное. Мне звонила моя младшая сестра и просила, чтобы я к ней приехала. И дала ей телефон, который забрал ее папа. Вау! Следующий подарок будет от моей лучшей подруги Саши. Привет. Мы с ней обменивались подарками. И она мне подарила вот такие вот газеты. Такую коробку с газетами. Да, это все. Тут очень много конфет, но это еще не все. А где? А где? А где? А где? А нету, а это все. В общем, она мне подарила такой подарок. Просто вы сейчас офигеете, фанаты пацана. Это вот такая вот кружка с Беллой Кузнецовой. И здесь вот такие вот две фотографии. Вот такая и такая с очками крутая. Ой, давайте я вам покажу такой подарок. Вообще это горький шоколад. Я не ем горький шоколад, но он вот как бы такой. Вы, наверное, подумаете, и чё? Я тоже особо не обращала на него внимания, но вчера я просто почему-то я решила перейти на аккаунт Кристи Крам. И почему-то я решила пролистать до самого конца. И вот я посмотрела все ее фотографии, которые были, и поняла, что она была моделью. Ну и как бы на это все. Вот проходит день, проходит Новый год. Я сегодня такая сижу перед съемкой этого видео на диване с мамой. И просто подхожу и такая, стоп. Это Кристи Крайм. Я такая, мама, это Кристи Крайм. И это реально Кристи Крайм. Вот вы прикиньте, Кристи Крайм на каком-то белорусском шоколаде горьком. Я такая, типа, чё? Вообще, мне подарили очень много конфет на этот Новый год. Вот конфеты. Моя любимая бабушка и дедушка подарили мне вот такую вот огромную упаковочку с бычком. Гелина и ее родители подарили нам вот такую вот красивую подставочку. И это ручная работа. Реально красиво, спасибо большое. А именно под елкой, то есть Дед Мороз нам подарил. Мне он подарил вот такую коробочку. И там было очень много сладостей. Вот такой вот чуп-чупс. Вот такой вот леденец, но я его почти съела. Вот такие вот бобы. Такой вот леденец в форме Деда Мороза. Также вот такой вот леденец с елочкой. Вот такой странный леденец. Кислый Скитлз. Также там лежало вот такое вот печенье с романтическим предсказанием. Также здесь лежала вот такая вот бобочка для ванны. Вот такой вот батончик. Также еще Викс. Ну и вот такие вот мармеладки. Ну и это еще не все. Это будет очень тяжело. Вот такая картина. Ну я думаю, я ее раскрашу за неделю. Ну и вот сегодня также под елкой лежали вот такие вот печеньки. В принципе, это все подарки. Но я думаю, что сегодня мне также еще немного додарят подарков. Вот и подошло это видео к концу. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Вы поставите пальчик вверх, подпишитесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на все остальные соцсети. Я всех очень сильно люблю и всем пока-пока!